Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Все невидимое становится видимым. Он вышел, он в какой-то оболочке, как круг, и он там рычит, за голову держится и как кидается на эту оболочку. Хорошо. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Михая в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Михая поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Михая. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Меня слышит? Он видит, он показывает эту оболочку, она его очень пугает. Сейчас я уберу ее, Михая. Он дает свое согласие? Дает. Отлично. Сканер. Просканируй сейчас Михая. Отключи этот круг, эту оболочку, вокруг него находящийся. Подсвечивай все датчики, чипы, импланты, конвекторы, которые подсоединены к этой оболочке. Они загораются, сканер видит их четко и ясно. Все это выводится, отключается полностью до 100% и зависает перед Михаем. Эта оболочка подключена, она как мыльный пузырь стала. Она подключена внизу к лассо. Хорошо, сканер и выводит и лассо оттуда. Получилось, что оболочка налопнула, как мыльный пузырь, и вышла лассо. Отправляю это все в клетку-тюрьму. Еще что-то есть? Нет. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Михая, под ногами, 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Михая, находит все. Но у него один канал, это и демон, и он тоже рычит. На кого он рычит? Вот как Михай делал, теперь так же рычит демон. Считай цифру. 24-й. 24-й демон, отлично. Хорошо, паразит, что ты стоишь здесь и рычишь? Это тот же демон, который был у него раньше. Ах, контрактом. Вот как. Отлично. Хорошо, демоняка. Ну что ж, достаю шар энергии царя Соломона. 1, 2, 3. Пришло твое время. Готов уходить? Нет, он визжит, он не хочет ее, эту энергию. А приходить я тебе запрещал в этот биополе, но ты пришел. Значит, ты сегодня будешь, уйдешь на царю. Нет, ты даже на царю, к царю Соломону вряд ли попадешь. Она тебя просто здесь, эта энергия сожгет. И от тебя вообще ничего не останется, паразит. Ты не понял, о чем я тебе говорил в прошлый раз? Нужна расплата. Я с тобой расплачусь, хорошо. Вот твоя расплата стоит у меня в руках. Ты готов принять эту расплату? Не от тебя, от него нужна расплата. Я передам ему, он тебе передаст этот шар. Ты реально не понимаешь, демоняка, в какие игры ты начал играть? Я совсем не шучу. У тебя есть контракт. Ты заключил с ним новый контракт? Нет, он этим лассо тянул его контракт. Убирай этот шар, входит пока в меня. Сколько ты находился в этом биополе с этой оболочка. Он этим показывает, он этим лассо зацепил его и тянул, дергал. Это мне понятно, сколько ты находился с этим лассо в его биополе. В течение недели все это дело, а потом он накачал этот шар и стал требовать от него. Хорошо, но я вижу здесь интерес, конфликт интересов, поэтому сегодня будет радикально решен этот вопрос. Я вижу, ты не отстанешь от своей идеи, поэтому, скорее всего, придется тебя, демон, нейтрализовать, для того, чтобы никогда этого не повторилось. Под нейтрализовать я имею в виду как раз именно энергию царя Соломона, потому что ты не понимаешь с первого раза. Ты пришел второй раз после предупреждения, ты прошел после против воли человека, ты пошел обманом. Обман — это то, как мы действуем. Ну хорошо, значит, это в твоем будет мире это. Нормально. Отлично. Ты не в твоем мире находишься, ты в этом мире находишься. Здесь другие правила. Здесь есть закон мироздания, который даже ты должен учитывать. Он тебя не пригласил. У вас тоже есть обман, и его довольно много. Хорошо, значит, иди к тем, кто обманывает. Этот тебя не обманывал, Михай. Даю команду тонкой копии Михая спроецировать энергетические сферические каналы к демону и его голограмме. Каналы выстроились, демон подходит к своему каналу, даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены, низковибрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Михаю. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что он получил от демона и его накидки, лассо, возвращается назад. Усилию потоки в 50 раз. Значит, ему идет страх и идет паника. Вот это... Демон, он активировал своим лассо старые реакции, старые чувства. Те, хорошо, которые Михай знает. Ну, хорошо. Готово. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса.
Михай забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него взяли до последнего капли, возвращает Михай себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Пока идет реверс, сканер просканирует полноту души Михая на настоящий момент. 100%. Хорошо. Я делаю запрос, и мне нужен совет куратора Амалии. Амалия, выйди, пожалуйста, на связь. Или приди к нам в комнату диагностики. Амалия на связи. Приветствую тебя, Амалия. Очень рад тебя слышать. У меня следующий вопрос. У меня здесь демон, с которым был несколько месяцев назад аннулирован контракт, опять вошел обманом, накинул лассо на человека. Человек находился в психиатрической больнице, вышел оттуда, и сейчас он пытается опять расквитаться с ним, подтянуть его к контракту. Скажи мне, пожалуйста, какие инструменты мне стоят в настоящий момент в моем распоряжении, потому что с космическими я знаю, что делать. Они уходят в межгалактическую полицию, но этот паразит не менее нанес вреда, поэтому я не хочу переходить какие-то границы. Объясни мне, пожалуйста, что я могу сделать? Предупреждение. Всегда дается предупреждение. Оно было дано. Третий раз это или галактическое ядро, или применяешь оружие, которое у тебя есть, то есть энергии царя Соломона. Второй раз ты даешь предупреждение, а также поставь защиту из энергии царя Соломона клиенту. Благодарю тебя за эту информацию, Амалия. Мне очень помогло. Благодарю тебя. Хорошо, демон, ты слышал. Это второй раз. Третий раз ты получаешь энергию царя Соломона. Я решил уточнить для того, чтобы не сделать ошибки. И ошибки здесь никакой быть не может. Второй раз ты получаешь второе предупреждение, вторую красную карточку. Если третий раз поступит жалоба, я опять найду тебя, ты будешь уничтожен. Тебе это понятно? Понятно. Хорошо. Ждем, пока реверс закончится. Закончился. Итак, сканер просканируй на чистоте Михая и демона, вернее, на чистоте демона и этой оболочки. Все ли мы вытащили? Нет, есть в ногах, как фантомные. Две ноги у него перевязаны. Хорошо. Сила моего намерения. Этот фантом выходит. Готово. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, фантом уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. И еще раз просканируй. Чисто. Даю команду на рассинхронизацию Михая с этим лассо и демоном на счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. Готово. И подхожу к Михаю, помогаю на счет 3 отсигнуть ему каналы. 1, 2, 3. Удар. Канал отлетает, открывая воронку в галактическое ядро. Канал уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Под этим лассо открывается воронка в галактическое ядро. Все это уходит на переработку вместе с подключками. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, демон, я тебя отпускаю последний раз. Повторяться не буду. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Демон уходит в свой портал. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Паразит. Готов. Давай заправим Михая энергией. Посмотри, сколько ему нужно энергии. Подожди, у него внутри еще что-то медицинское осталось? Что-то. Лекарство идет слово. Хорошо, это лекарство подсвечивается красным цветом. Но везде, во всех. Тела. Понятно. Значит, ему надо будет сейчас у него будет полегче без этого всего, скорее всего, уйти от этих медикаментов, потому что они его отравляют. Включаем внутренний белый свет Михаю. Михай выдавливает сейчас из себя все эти пары, все эти энергии лекарств. 1, 2, 3. Все, что красным, выходит вместе с фантомами этих лекарств. Все выходит, формируется перед ним шар. Он показывает, что они делают. Они отупляют его. Абсолютно верно. И от демона они не защитят, Михай. Никак. Поэтому вам шар очень вышел. Не принимать этот яд. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Давай его заправим энергией. Посмотри, сколько ему нужно энергии и какая частота вибрации. 380 и 25. На четыре макушку головы Михая начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Чистота... Говорит, я бы хотел 400. Поднимаем до 400. Шел подъем. И поднимаем частоту вибрации до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Активирую в его биополе Меркабу. 1, 2, 3. Есть. И вокруг него формируется защитный купол на счет 3. 1, 2, 3. Даю энергии царя Соломона в этот купол. Горит золотым цветом. Защита действует, защита активирована.
пусть сунется, сгорит сразу. Готово. Отлично. Михай, как ты себя чувствуешь сейчас? Спокойно, чувствую, уравновешенно. Все, ты понял причины, постарайся от этих лекарств потом отойти, потому что оно тебе совсем не нужно в твоем биополе, ты видишь, как оно действует, отравляет тебя. За демона ты понял, если третий раз я опять его встречу, он уже будет уничтожен. Я не думаю, что он придет третий раз, он понял, куда он попал. Хорошо, для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Михая в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готов. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Понравилась защита золотая. Отлично. Я на месте.